21-летняя дочь Ирины Хакамады является примером для подражания для десятков тысяч поклонников. Наследница политика родилась с синдромом Дауна, но, несмотря на диагноз, ведет насыщенный образ жизни. Вот уже много лет Мария Сиротинская встречается с молодым человеком по имени Влад, а в Инстаграме влюбленные неизменно демонстрируют идиллию. 23 января избранник Марии опубликовал видео, на котором запечатлены ее восточные танцы. Девушка зажигает вместе с подругой и явно получает удовольствие от самого процесса. Поклонники поспешили отметить, что наследница Хакамады прекрасно двигается и при этом выглядит невероятно счастливой. Дочь политика и ее возлюбленный давно мечтают о пышной свадьбе. Влюбленные живут вместе, успевая не только заниматься бытовыми вопросами, но и творчеством. Так, Мария уже исполнила роль в одном из спектаклей Кирилла Серебренникова, чем очень гордилась. Ранее Ирина Хакамада рассказывала о том, как воспитывала наследницу. Звезда старалась сделать все возможное, чтобы девочка чувствовала себя самым обычным ребенком и ни в чем не нуждалась. У таких детей есть свое сознание. У них не очень хорошо с абстрактным мышлением, но в них нет никакого негатива вообще. Они действительно солнечные дети. Если Марию спрашивать, как у тебя дела, она всегда отвечает: «Прекрасно, отлично», — отметила Ирина в эфире программы «Судьба человека». В возрасте 7 лет Мария столкнулась со страшным диагнозом – лейкозом. Однако и в этой ситуации семье Хакамады удалось сплотиться, чтобы победить недуг. Наследница политика не устает благодарить ее за заботу и понимание. «Мама узнала о моем синдроме во время беременности, но все равно сделала подвиг и родила меня. Я бы хотела всем зрителям пожелать, чтобы вы любили и уважали своих детей. И чтобы они тоже вас любили», — рассказывала Сиротинская. Сейчас дочь Хакамады работает моделью, а также посещает разнообразные общественные мероприятия и творческие встречи. Девушка неоднократно отмечала, что даже с синдромом Дауна ей удается быть успешным человеком, уверенным в завтрашнем дне. Ну а знаменитая мама во всем поддерживает Марию, надеясь, что когда-нибудь она сможет погулять на ее свадьбе.